Всем большой привет! Мы приехали в сауну. Называется сауна Людмила. Первый раз здесь. И Ольга тоже с мужем первый раз. В общем, решили попариться, купили веник дубовый и искупаться в бассейне. В общем, продолжаем отмечать Новый год, веселиться, отдыхать. Сейчас я вам покажу здесь, как здесь в сауне в питерской. Хотели мы в другую пойти, но там все занято. Ну, там, конечно, была такая покруче сауна с джакузи, с бассейном и сауной хамам тоже, но занято только с часу ночи сегодня свободно. А эта сауна такая средняя, как бы. Ну ничего, нормально, чистенько, нравится, нормально вообще. Вот, значит, здесь такой интерьерчик. Все в стиле как бы египетском, что ли, я не знаю. Ну, вот тут такие на стенах, в общем, рисуночки. Верблюды. Тут есть елочка даже вот поставлена. Потом телевизор, играет музыка. Дашка прыгает, бильярд. Можно поиграть. Так, вот здесь получается бассейн такой. Сделали теплый. Иди заходи. Нет. Тут водопад, но он сказали, что не работает водопад. Бассейн теплый, попросили, чтобы сделали теплую воду. Вот. Что еще? Ушат. Значит, вот здесь вот сауна сама. Там Ольга уже сидят с мужем. Ну, душ, короче, один, второй. Иди попарься. Тут тоже какой-то тазик стоит. Здесь, в общем, комната, наверное, отдыха. Я еще не проходила. Так, туалет здесь. Ой, темно. А как свет? Вот там свет. Да? Ой, темно. А. Ну, комната отдыха тут, я не знаю, сюда нам не надо. Что белый? Вот, смотри. А здесь еще одна, да, комната отдыха? Красиво. Ага, красиво. Тут холодно, капец. Не надо, Даш, холодно, все, не глаза. Ну, короче, такая ерунда. Бассейн, в общем, тепленький. Сейчас будем тусить, отдыхать, плавать, загорать. Меня уже муж напарил веничком. Пожелайте мне легкого, с легким паром. Ой, как хорошо, я уже умылась, поплавала в бассейне. Бассейн оказался вообще глубокий. Короче, я там дна не достаю. Ладно, у Ольги муж, он, короче, высокий. Он это, Дашку катает на себе. Потому что я вообще, вот мне вот так вот там в бассейне. Мы тут пивка с собой взяли, прикиньте, сегодня купила, короче, ой, сяду за столик. Купили сегодня это, попробовать баночку пива, вот такого. Короче, American Brown Ale, короче, вот такое пивко, искра. Ну, написано было хит продаж, темное пиво, такой интересный вкус, знаете, послевкусие, как этот, ржаной хлеб. Ну, темное пиво, это тоже на любителя, но мне так ничего понравилось, но оно... Такое довольно-таки крепкое, 6%. Но банка интересная. Она еще, знаете, на ощупь такая необычная. Пивка. Ваше здоровье, с Новым годом! Мы взяли с собой рыбки копченые. Чипсиков. Ну, такое, короче, закусочку. Пиво. Водичку взяли Дашке. Хорошо. Муж меня как начал парить, у меня с ушей аж пот пошел. Аж вся такая мокрая, ё-моё. Ну, здорово, здорово. Не жалею, что мы поехали все-таки в сауну. Потому что это надо из себя выгнать все. Все плохое. Все уйдет. Ой, ладненько. Сейчас пойду дальше попарюсь еще, пока время есть. Даша играет в бильярд у нас. О, есть. Ну-ка, Даша, давай. Все, бей по шарику. Молодец. Руками, Даша, прям. Бери, ложи туда. Есть. Ой, еще шарик. Прикольно. Ой, попала, что ли? Даша попала. Молодец. Смотри, радости-то.
Дашка убрала. О, дядя Сереж попал. А, нет, не обжарить. Надо же обжарить, а я так говорю. Ну что, Даш, катится? А давай его прям возьмем так, бук, и положим. Бильярд без правил у нас. Ой, ой. Ой, тут попал. Дайте Дашу шарик. Давай, Дашка, пробуй. Катится, катится. Ай, давай сюда, сюда. Ну-ка, давай, Даша, попади. Даня, все шарики ко мне, давай, все ко мне. Все к тебе? Ладно. Ой, баба, это маленько. Наплавались? Давай, Даша, поплавай чуть-чуть. Давай, давай еще. Давай, держись и ножками плавай. Давай. Учись маленько плавать, давай. Муж в парилке плавает, плавает в парилке. Парится, парится. Вот, давай, держись. Ой, ой. Все. Ага. Давай, 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 давай. Руками, 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 руками. Давай, 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 давай. Вот. Надо показать, как руками, да? Делать надо. Она не умеет руками делать. Ногами делает. Руками надо показать, как надо плавать, да, Дашут? Да, вот так, как надо, надо. Давай я покажу. Прыжок самого этого. Давай прыгай. Не трынди. Я уже тут снимала, как Даша. Бассейн из берегов аж вышел он. Что? Тепло. Тепло? О, вот, красота-то какая. Тюлени. Тюлени на лежбище. Белые медведи. Фу, ребята. Попарилась сейчас, опять вышла в бассейн. Блю. Красота вообще какая. Ой, нравится мне. В банечке-то, в сауне попариться. Сейчас парилку покажу вам. Вот парилочка, здесь, значит, 101 градус. Вот такая дверца. О, веничек наш тут. Ковшик сейчас сидела, два раза поддавала. Чуть это, уши в трубочку не завернулись у меня. В общем, вот так вот. Просто обалденно. Хорошо. Завтра у нас какие планы? У нас, получается, 2 дня осталось. Завтра мы поедем в ленинградский зоопарк с Дашей. Вот. О, мы еще сегодня, короче, ходили в кафе, в ресторан. У мангала называется, недалеко от Ольгиного дома. Кушали грузинскую кухню, это просто обалденно было. Но я не снимала видео, потому что мы такие голодные были. Я еще с Дашкой сегодня на площадке гуляла. У них площадки, кстати, классно, надо заснять. Там такие качели крутецкие просто. И это, кушали мы там хинкали из баранины, потом, что еще, всякие там блюда интересные, от джахури, какое-то блюдо со свининой и с картофелем, там салат, короче, вообще классно. И, в общем, завтра поедем в зоопарк, а потом, наверное, зайдем, там у них еще Еврик называется, кафешка, там тоже есть лагман, манты, шурпа, потом есть казан-кебаб, попробовать можно. В общем, это недалеко тоже от дома. А послезавтра мы поедем на Финский залив посмотреть. Тоже там порт грузовой, корабли. И все. И потом вечером, 6-го, в 9 часов вечера мы поедем в аэропорт. И уезжаем. Вот так вот. Дашунь, ты куда полезла? Дашуня пришла помочить ножки. Передай привет. Скажи тебе. Скажи что-нибудь. Ну, скажи что-нибудь в камеру. Ты купаешься?
купаться одна, что ли? Нет. Нет, я с тобой. Со мной? А, ножки садись, помочи. Как тебе нравится, Дашу? Да. Нет? Ладно. Дашунька ножки села помочить вам. Садись. Да-да-да, она нет. Не намочи только, садись. Немножко, ну ладно. Да, ну, Дашунь, сейчас пойдут это... У них партейка там в бильярд. Видела, да, они в бильярд играют, Даша? А у меня папа 4, а у него 2. Да? Папа 4 забил? Нифига себе. Тут вообще, короче, бассейн, вот, глубокий такой. Даже я не достаю до дна. Даша только с дядей Сережей купается, потому что это он высокий, он может до дна доставать, ему нормально. А нам вообще, короче, смотри и держись. Сейчас папа пойдет с дядей Сережей и покупаешься. Конечно. Вот такие делишки, ребят. Ой. Ну, в общем, как-то так вот. Ладненько, буду прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Хорошего вам вечера. До скорой встречи. До скорой встречи. Пока-пока.